Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Меня зовут Гильфанов Ленар. Я руководитель казанского филиала Национальной ассоциации аукционных брокеров. Мы с вами уже давно знакомы. И сегодня я хотел бы рассказать и поделиться своим, я бы сказал, удачным, хорошим кейсом, за который нам пришлось хорошо побороться. Но в итоге мы выиграли. И это стоило дорогого. Это было здание Татфонбанка, находится в Казани, в очень хорошем месте. Цена на самом деле была уже выше рыночной, и мы понимали, что хорошие места в Казани стоят дорого, поэтому уже на первом аукционе решили выставить этот объект на продажу и искать на него инвестора. Оказалось, что спрос на такую недвижимость у нас хороший, хоть и цена была дорогая. И нам удалось порядка 10 человек привести на осмотры, и уже среди них устраивать, так скажем, конкуренцию, показывая, что есть еще желающие люди, и тот, кто первый с нами заключит договор, тот и выиграет с нами этот лот. Но хотя некоторые люди, которые приходили на осмотр, говорили нам прямо, то, что они могут выиграть этот объект сами, и что мы им, по сути, даже и не нужны. Мы прямо в лицо им говорили, что не дадим выиграть этот лот, так как мы профессионалы этого рынка, и мы знаем, как выкупать такую недвижимость и какую цену ставить. И в итоге подходит день торгов. Мы заходим с одним из инвесторов на этот лот. 5 заявок, закрытая подача цены. Результат не заставил себя ждать. Протокол вышел в течение 2 часов, по итогам которого мы оказались победителями. Мы выиграли с ближайшего конкурента на 100 тысяч почти. И этот конкурент нам говорил прямо в грубой форме: вы мне не нужны, я могу без вас, да что ваша экспертность, я там уже бизнесмен, у меня есть экспертность там и так далее. Но оказалось, что все это немного сложнее, чем на самом деле, им кажется. В итоге мы выиграли лот. Наш клиент был очень сильно доволен и открыт дальнейшему сотрудничеству. Комиссия за этот лот составила 400 тысяч рублей. И наш клиент с удовольствием их заплатил. Потому что он получил самое главное. Это результат, это победу. Неважно, сколько бы она стоила. Наши конкуренты, которые пытались выкупить этот лот без нас, кто-то отреагировал негативно. И говорили, что мы как-то там нечестно действовали. Но на самом деле это абсолютная математика. Здесь нет ничего сверхъестественного. Мы просто грамотно высчитали цену, которую можем дать, и ставка сработала, понимаете? А другие клиенты, которые тоже не смогли выиграть, они сказали: окей, давайте будем сотрудничать. Нам нравится, как вы работаете. Вы выиграли нас, значит, у вас есть чему-то поучиться. Теперь мы нашли и новых себе инвесторов. В заключение хочу сказать то, что нужно повышать свою экспертность каждый день, прикладывать к этому максимальное усилие, и тогда вы поймете, что это очень дает вам хороший результат. Хочу добавить то, что когда ты работаешь с экспертами своего дела, то твоя продуктивность и твои цели достигаются намного быстрее, чем если ты будешь изучать это сам, и потом там через какое-то время будешь участвовать в этом процессе самостоятельно. Не факт, что ты выиграешь, но самое главное, что цели своей ты не добьешься. Для достижения своих целей работайте с экспертами. Национальная ассоциация аукционных брокеров вас ждет. Спасибо.